собрал небольшой отряд союзников. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Жизнь за Айю! Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе.
этой силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Техники. Это строение принесет нам немалую пользу. Чужаки. Это... гибрид Протоса и Зерга. Как омерзительно! Кто создал это чудовище? Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. Пустота холодна. Я — голос затмения. Вера, я здесь, среди теней. Очень разумно. Хорошо. Могучий воин. Жизнь за Айю. Я. Мои навыки, бригадь, что ты предложишь? Я не буду служить тебе вечно. Заманчиво. Я здесь, среди теней. Мы — крадущиеся тени. Мои навыки пригодятся тебе. Я питается жизненной силой хранителей. Нужно освободить их, пока не поздно. Будь по-твоему. Темное святилище. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Властный
Отступай. Смиритесь с безысходностью. Судьба направила тебя сюда. Со мной, братья. Мы очистим это место от зла. Мы ждем твоих приказов. База атакована. Голос затмения. Вера. Тамплиеров. Ради возмездия. Улучшение завершено. Мы едины с тенью. Приобретем славу на поле боя. Мы рабыщем. Враг не знает нашу ярость. Пустота. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Жизнь за Айур! Запретное знание останется в тайне. Единые в своих страхах. Враг наступает. Наши помыслы не... Требуется больше Виспена. Настало время битвы. Я здесь, среди теней.
уничтожить меня, я восстану вновь. Знанием. Энтаро Тасадан. Будет исполнен. Я вернулся, чтобы служить. Улучшение завершено. Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Хранители заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Наслаждайся своей ничтожной победой. Пока можешь. Война еще не окончена. Будет исполнен отблеск себе. Твоя память открыла нам фрагменты пророчества, Зератул. Мы попробуем собрать их воедино и расшифровать. Цикл близится к завершению. Зюнага, создавший звезды, уничтожен. Свои творения. Но падший спасется. И тень падет на пустоту. Вначале был великий пожиратель. В конце же будет кромешная тьма. Великий пожиратель, должно быть, имеется в виду сверхразум зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу прародину. На Айюр.
Вождь Тауренов 800 уровня представляет новый альбом, на котором собраны самые забойные хиты группы. Эта музыка встряхнет галактику. Следите за обновлениями расписания концертов. Следующее шоу может быть на вашей планете. Покупайте билеты во всех театральных кассах. Галактическое турне уже началось. Похоже, тебя здорово прошибло то, что показал Протос. Эти воспоминания такие яркие, что я вижу все до последней детали. Я видел гибрида. Странное сверхъестественное существо. Он пытался подчинить себе протосских хранителей. Кто отправил его на Закул? Кто способен контролировать таких, как он? Тот, кто его создал, конечно же. Это был лишь первый из множества. Темный предвестник. Близится время, когда им не будет числа, и звезды содрогнутся от того, что случится потом. Ты не можешь знать этого наверняка? Конечно, нет. Но я чувствую, что будет так. Что не так, ковбой? Ты какой-то помятый. Даже больше, чем обычно. У меня много всякого сейчас навалилось. Ты же знаешь, каково это. Да, конечно. Знаешь, может, тебе стоит расслабиться и хотя бы раз за 100 лет выспаться нормально? Конечно, мамуля. Уже бегу. С возвращением, сэр. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что, на лбу все написано? Зератул отнес найденные фрагменты пророчеств в какой-то храм или библиотеку. Черт его разберет. Главное, что это место было захвачено гибридом Зерга и Протоса. Вы хотите сказать, это был Протос, зараженный вирусом зергов? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих рас. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники.